эксцентриссимо. Богатые люди очень разносторонние. В бизнесе они акулы, а в быту совсем как дети малые. Китайский миллионер Джанг Вэй, писатель, человек, который учит других жить, купился на мишуру. Он решил выпить шот самого дорогого в мире виски и заплатил за него 7 500 фунтов стерлингов. Мог бы 10 десятых айфонов купить, но он же ценитель элитного алкоголя, а излишества ему ни к чему. И так бы он и наслаждался покупкой, если бы не пришли эксперты. Дотошные люди сопоставили факты и заявили, что односолодовый Макалон 1878 года, на который разорился китаец, был дистиллирован только 100 лет спустя. Пробка оказалась не похожа на аутентичную, этикетка тоже. И липу богатому писателю подсунули вовсе не в Поднебесной. Дело было в благополучнейшей Швейцарии, где никто никогда не ждет подвоха. Но миллионеры на то и миллионеры, просто так их обмануть нельзя. Обманщик-продавец лично принес извинения и вернул деньги. Писатель, наверное, все же расстроился. Чувствительная душа не сразу оправляется после потрясений. Зато скоро появится новая книга от Джанг Вэя о человеческом вероломстве. Эксцентриссимо.